Количество электродепо московского метрополитена увеличится до 25. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Пресс-служба стройкомплекса столицы сообщает, что до конца 2023 года число электродепо московского метрополитена увеличится до 25. Сейчас в метро работает 21 электродепо. До конца 2023 года будет построено еще 4 – Столбово, Южное, Нижегородское и депо для обслуживания большой кольцевой линии, рассказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. Также он добавил, что будет реконструировано депо «Сокол» на Ленинградском шоссе. Электродепо используется для отстоя, обслуживания, мойки подвижного состава, а также ремонта поездов и других вспомогательных производственных функций. В июне 2019 года завершился первый этап строительства электродепо «Руднево», в котором будут обслуживать и ремонтировать составы Некрасовской линии. Пока у меня все, еще больше интересных новостей из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!